Дети – наше будущее. Праздник для школьников прошел в городском парке. Окунуться в мир профессии могли все желающие. Тематические площадки были самыми разнообразными. Дети примерили на себя и роль телеведущих. Юные междуреченцы бороли страх и стеснение. Что из этого получилось, смотрите. Я хочу хирургом, потому что он получает много денег. Меня зовут Екатерина Пикалова. Вот. Александровна. Я хочу стать телеведущей. Я хочу стать телеведущей. Кардиологом. Потому что мой брат доктор и дедушка мой тоже доктор-кардиолог. Полицейский. Потому что полицейский — это крутая работа и для мальчиков. Хочу стать певицей. Мечтаю об этом уже долго. Вы смотрите мои междуреченские, я расскажу вам про воспитателя. Я хочу стать президентом, как Путин. Меня зовут Ангелина, я учусь в 24-й школе, класс 1А. Я хочу стать стоматологом, потому что я люблю людям помогать. Очень люблю. Ну, ты будешь еще красивее, когда я тебе сделаю очень красивую прическу. А может, возможно, однажды мне все-таки узнать, на небо кто ночью приходит, чтоб звезды зажигать. А если задуют лютые ветра, за облаками их прячет до утра. Я хочу быть парикмахером для животных, потому что я люблю животных. Буду доктором, потому что доктор может всех лечить.